бы проще, если бы вы дали мне ограбить дилижанс. Руки вверх! 22 ограбления. Свыше 400 тысяч долларов украдено. А на тех, кого я убил, тебе наплевать. Его ждет публичное повешение. И на этом мы денег не пожалеем. Я пойду. Итак, парни, куда едем? Посадим тебя в поезд на юг послезавтра. Зря ты ему рассказал. Успокойся. Если потеряемся, я знаю, где вас ждать. Есть короткий путь через перевал. Вам там не пройти. Там банда. О, ты там? Если ты решишь отвезти его поездом, Па, я с тобой. Они убьют и тебя, и твоего отца. Это забава для них. Прикажите им не трогать нас. С какой стати? Вы ведь не такой уж плохой. Ошибаешься. Этот город стоит огня! И не забывай, что этот твой отец повел Бена Лайдена на станцию, когда все отказались.